такая блюсинка. Кто у нас с мешком-то ходит? Кто у нас Дед Мороз? Вот. Вот такая. Когда хищник атакует, раз, и работают сразу три крючка. Раз. Исходов практически уже не да. бывает. Исходов. Ну, в общем, бывает, конечно. Но вот. Вот сейчас нам удалось ее взять. А этот вообще прям как вот. Минуту как не успели освободить. Щуки. Вот так вот сработало сразу. Успел Thank you.
сказать, поможет. Рыбы не остается. Вот она красавица, смотрите, таких акул. Не ослабляй. Не лезь, не лезь. Надо показать людям, что такая это. Что удочка Делфи, она ей пофиг, все. Подымай, не бойся. Подымай. Вот она, удочка Делфи. Даже редактор и то ловит на эту, на удочку Делфи. С удовольствием, видите, как раз и есть. Молодец. Лилипуточка. Просто мы сами себя хотели проверить. Вот проверим. Мотор! Вот последний такой этот штрих такой небольшой. Ну вот что же делать? Хорошая леска. Ну вот, малышка и моя маленькая кыска. Вот все потихоньку. Ловим, закругляемся уже. Все уже смотреть друг на друга не могут. Видно, все глаза отводят, быстрее домой охота. Вот. Такая маленькая. Вот это наш прощальный концерт. Вот сейчас мы за вечер съездили, набрали все. То есть то, что мы поймали вот сейчас вечером. Хотели, конечно, показать
наши эти удочки, ну, не получилось, нет таких больших экземпляров. Но я считаю, и так мы очень хорошо отработали, все. Завершаем вот наше турне на Тургайскую долину. Нашу рыбалку такую красивую, симпатичную. Что-то удалось, что-то не удалось. Будем стремиться к лучшему. Есть разгон, будем разгоняться и дальше догонять. Показывать вам все лучшее и лучшее. Обменялись опытом. Что-то нам показали, что-то мы показали. Что-то нам объяснили, что-то мы объяснили. Взаимовыгодно и удобно. Погода, конечно, подвела там. Три дня, мы были 5 дней, 3 дня была погода отвратительная. Вот сегодня один день такая хорошая погода. Остальные дни очень там, неважно. Но я считаю, очень хорошая. Коллектив был дружный. Друг другу помогали, что-то объясняли. Вот в гостях вот были у ребят вот, у клуба. Видите, вот где он там? Мир рыбака. Тоже нам помогли, очень сильно нам помогли. Все. Так что, до скорой встречи. Yeah.